Обеспеченная команда, да. Хьюстон, Алексей сегодня с нами, с первым блинком, как говорится. Нет, чувствовали, что можно вытащить игру еще? Ну, поначалу, конечно, да, ну, а потом уже было тяжело, но дебют все-таки. Как думаешь, чего вам не хватает? Ну, сыгранности еще, конечно, мы только собрались, и нужно больше играть вместе, и тогда будет лучше. Вы сегодня без замен были, да? Да. Будут ребята? Будут, по идее, да, должны набрать народ побольше. Ну, я же говорю, дебют, поэтому пока что еще так. Но потом как тебе соперник? Соперник, ну, хорошо играет, да, хорошие ребята. Вот. Ну, их было больше, естественно. У них были замены, ну, и, наверное, контингент людей, которые выше нас, ну, то есть по росту и массивнее их было больше. У нас команда, конечно, в этом плане проигрывает. Ну, а так все изменится, я думаю. Наберем народ, и будет хорошо. Понял, спасибо.